В среду примерно в 3 часа утра сотрудники фирмы «Союз-04», находившиеся на службе, заметили, что горит частный дом номер 125 по проспекту Назарбаева. На место происшествия они выехали незамедлительно. Недолго не думая, они взломали дверь и вошли внутрь. Мы сразу приступили к делу. Из кухни у входа мы вынесли 2 газовых баллона на улицу. Обнаружили 2 человек, задыхающихся в дыму, доставили в дом соседа. Это наш гражданский долг, не подвиг. Хотелось бы, чтобы люди были бдительны в быту. Жанат Есимов много лет проработал в полиции. Профессионалы такого рода ситуации хорошо знакомы. Потому он считает, что в момент, когда счет идет на минуты и секунды, важна оперативность. Я сразу вызвал, позвонил 101, напарник позвонил 102. Прибежали, сразу двери пнули и вытащили этот газбаллон. 2 газбаллона больших, 25-килограммовых, вытащили сюда и соседей разбудили. Мы с папой вдвоем были дома. Я плохо сплю в последнее время по ночам, услышал треск. Включаю рубильник, получается, дым в доме получается везде. Пап, бужу, кажись, горим, короче. Выходим, а тут-то, получается, у нас беседка пристроена. И смотрим, все по крыше, поверху горело, не внутри, поверху все горело. Булаткужа Жумабеков, основатель охранного предприятия «Союз-04», полковник полиции в отставке, наградил 2 отважных сотрудников ценными подарками и вручил премии. Айгерим Сульменова, Каламбек Мухамеджанов, Дархан Мужубаев, Кокши Акпарат.